Where can one get lowlam greediness towards chanting and hearing about the Lord? By endeavoring. Прикладывая усилия, можно обрести это лоулям, жадность. Для всего в жизни нужно прикладывать усилия. You want admission in a good college? Если вы хотите поступить в хороший институт, вам нужно очень сильно постараться. Get good grades in school. Хотите получить хорошие оценки в школе? You want to succeed in your profession? Или хотите добиться успеха в своей профессии? You have to endeavor. Нужно прикладывать усилия. Правда? Правда? Or you can just relax and come and say, come on, here's your admission to the best college. Или вы просто можете лежать, расслабляться, и к вам придут, скажут, ну вот тебе, поступай в институт, вот тебе документ, ты принят. Да, так будет? Similarly, if you want to succeed spiritually, you have to endeavor. Точно так же, если вы хотите успеха в духовной жизни, надо прикладывать усилия. God helps those who help themselves. Бог помогает тем, кто помогает сам себе. God doesn't help those who relax. Бог не помогает тем, кто просто расслабился и ничего не делает.